деле это так гениально, но этого никто еще не делал. Ну, типа, ты в тексте доната пишешь свой ник, а там, где должен быть ник, пишешь сообщение. Обалдеть. Спасибо, Ворм. Спасибо тебе большое. 500 рублей. Воу. Ну-ка, нормально так капнуло. Ау. От души. Благодарю. 500 это щедро. Спасибо. Он один был? Да. А чё шумел, как будто? И он без брони был. Поэтому я его тиряхну. Там нас на заводе хотят видеть. Мне кажется, нас в бок переебашит, пока будет каскад закрыт. Прям ощущение такое. В гараже. Двое. Тут двое сидят, Макс. Направо бежали. Ой, бля, я меня дробовик в пизду. В спине, ребят. Есть аптека? Блин, дайте похиляться. Бинты могу дать. Да бинты у меня есть. Держи, держи. Единственное есть. Спасибо. У меня тут два компенса, ребят. Оставляю один. Я взял. Мне тоже один, да, оставьте, мне нет ни одного. И я с берилом попрошу, у меня приоритет, по-моему. Давай поменяемся и бери компенс. А где? Дай мне. Так, ребята, у меня... Редот не нужен, проб? Дерик слишком. Я взял. Аф. Так, пойдемте обратно в этот в общаге. В лобби. Мне кажется, там кто-то не получил свое. Я чувствую смерть, блядь. Здесь просто между общагами.
Справа, ребят. Гранат кидает. На глобусе. Хуй пойми. Со второй как будто бы. Второй бежит странно тебя. Где? Понял. Над вами, ребят. А, над нами. Второй, крыша. На крыше прям за квадратом. Хорошо. Хорошо, что он кривой. А то бы не сносил ее сейчас. Той самой. Своей. В принципе, ничего в моей жизни не поменялось, но обидно, как бы. Кепку не поносить. Ноль. 32 бинта. Умеешь крафтить из бинтов аптеки? Да, вот до меня самого 15. Добавили бы реально крафтик. 10 бинтов там, ну, хотя бы на аптеку. Вообще огонь. А что это за модный смешок сейчас был? Вот этот? Ты так модно еще сделал, знаешь, как будто реально, ну, тренировал, типа, блять, модный смешок. Это смешок означает, что в этой игре больше ничего не нужно исправлять, а вот крафт бы не помешал. Понимаешь? Вот такой вот смешок. Ты просто обижен, что не по твоим условиям как бы все идет. Еще вспоминаешь это, да? Мотоцикл есть. Четверка есть. Я бы троечку взял. Надо задание сделать одно. А кто ж тебе даст? Не знаю, просто. Ну, у меня есть тройка. Давай дам. И. У вас тут баги есть? Может, ты баги? Я автобус. Пожалуй. СЛР-ка здесь есть наверху. Виспер, возьми тройку. Благодарю. И теперь пой. Джингл беллс, джингл беллс, джингл all the way. All I want is to ride in one fast open sleigh. Эй! Эй! Кажется, или пробы не убили, а он еще не проехал. Не, подожди, ты хочешь мной пожертвовать? За что? Ну слишком вперед. Бля, какая стрёмная тачка. Я покажу. Ты я понимаешь, как понимаешь, да? Нормально. Выдвигаемся. Слева, поле. Мы будем с ними ебать? Это на кемпе, наверное. Конечно, будем. Давай, на иксах. Они на кемпе? На зетах. Я думаю, кемп с кем-то воюет. Может, с лесом. У меня. Очень каленый. Нужна помощь. Красавчик. Я так понимаю, еще кто-то должен быть, да, в кемпе? Восьмерка, ребят, возьмете? Ня. Только восьмерку есть еще отнесу. У меня своя восьмерка тут, братан. Окей.
Не бы аптеку. На аптеку все еще. Не бы аптеку. Что реально он типа впитывает, и тебе не кажется даже, что он, ну типа ты побеждаешь или проигрываешь. Чувак есть в доме. Хуй в нем не было. Ну ты так долго сидел, я думал, ты взял уже. Прикрой меня, я подсосусь к дому. Подожди. Погоди, братан, погоди. Рано. Я уже все назад не повернуть. Прикрытия у тебя нет. Тут все, Дева Мария, Деус Вулт. А инфа есть, где он был? Второй этаж? Это один зря туда лезешь, братский дом. Так прикройте меня, братики. Ну я пытаюсь, но я нихуя не вижу этого. Вижу. Дай похилиться, мат. Хилюсь? Я жду. Я, такое ощущение, как будто их только двое. Все, все, идем, погоди. Да проходи ты. Я гожу. Нашел? Ну да, было очень сложно его разъебать. А, нереально. М24. 416. Бля, пацаны, я так его разъебал, вы бы это видели, ебаный рот. А мы тебе верим. А шо? Тебе не нужно ничего наказывать. Так, с пистолетом. Ага, он вылетел, да? Я его так разъебал, ты бы видел, Макич. Это... Как бы, книгу писать надо отдельно вообще. Понял. Ты акуленок Туруру. Я и папуля акуленок, и мамуля, блядь. Папуля, а есть составе... аптеки? Есть у кого-нибудь аптеки? Да, есть 3 штуки. У меня 0. Просто вот хочу, чтобы вы знали и вам было совестно. Ну ладно, так и быть, на. Сколько у тебя? 1 теперь. Спасибо. В составе сборника рассказов от Пробстера, да, про каточки в PUBG не пойдет. Там отдельную нужно книгу писать. Конечно. Ты не думал вообще заняться писательством? Писательством? Так сказать, оседлать эпистолярный жанр? Кого, блядь? Я бы так не сказал, но ладно. Оседлай кого хочешь. Только не в нашу смену. Я понял. Нельзя быть слишком эрудированным с Пробстером. Не понял, блядь, не ехал на меня, блин. Да что-то я попутал, сори. О. О, туман. Добрый. Восьмерки достаем. Туман. Не, ну тут без чипсинки. Класс, приготовьте свои восьмерочки. Пора монитор протирать. Снова чихал? Но. Теперь кажется, что справа к тумане кто-то бежит. Огромное кто-то. Стабильно. Рой кого-то летит. Рой. А, блин. Джонс. Не, шутка про покемона, короче, есть такая, где рой пчел. А, кажется, знаешь, мы по ним, да. Большой, она слишком опасная. Большой рой опасных пчел. Да. Да, думаешь, что не стоит шутить. Да, чуть не вспомнил это слово, ну ладно. Рой гамадрил. Это тоже опасно, ну ладно. Все равно лучше. Это же обезьянка, правильно? Там, по-моему, что-то про Перил было. Кирилл? Берил? Где Кирилл? Не, ну, ты когда в подъезде идешь, там много Перил. И, да. Хера там война у людей клевая. Нас не берут. То есть клевая, да, именно? Ты считаешь, что война это клево? Да. Ну вот это вот конкретное. Сочувствую, конечно, там. Если 24 въебало залетит, я тебя послушаю. Он скажет, ой, как клево! О, ня, ковать, ну что? Давайте еще. Это было слишком хорошо.
Без тумана мы бы уже стреляли с ними минут 20. Там за туманами. Я его вижу под этой хуйней какой-то. Кого? Так, он нас сдал только что. Не-не-не, это не я. Ребят, слышали? Это с минусу 20 сразу же. Да, да. Не стреляй в спину, ты что, дурак? Это в здании. В здании, чувак. Я пытаюсь найти, не вижу. Здание на Ешке, на Ешке. Здание на втором этаже был. Слепошарый, блин. У вас просто нет крутых мониторов от Asus. Ну, бля, дай 40 косарей, будет у меня монитор. Ну, тут согласен. Цыглы, да? Вот это. Даже 80, вот. Я 2 поставил. Все, забей. Ты в сейве? Не очень. Надо меня покрыть. Прикрываешь маки еще как-нибудь? Там на него уже в упор вышли. Я тут в дыму прям, я рисую. Поднимай, пока. Блэд. На нас кто-то в дыму еще. Тихо. Был, нокнул. Да. Блять, вам надо его убить срочно. Да, молодцы мои мальчики, блять. А, давай, подними меня в этом сраном туалете. Да. Сука. Становись, это оставим. Не, ну за такой сейф надо поднимать. Может, вы ее... Я остался, между прочим, без головы, без тела. Я голый. Я дал всего себя команде. Всего себя отдал! Mm-hmm. Это все чипсы московский картофель. Я почти проникся. Они дают мне сил. Понимаю. Рад, что мы нашли взаимопонимание. Там внизу этот огромный медкит лежит вот здесь вот. Может, можно забрали, выйти, да? Блять, отсюда, спасибо. Нет, я пришел тебе помешать. Нет, я пришел тебе помешать. Я огромный я синий великан. У меня 5 камней в руке. Блять, это если что, Пробстер, это отсылка к с этим к Авенджерсам. Авенджерс это в переводе означает мстители. Огромный синий великан это Танос. Бля, можно поменьше отсылок. Да все еще похуй. Может, в прошлый раз он ведь так и не понял, поэтому сейчас я решил расскажу-ка в лоб. Я уже забыл, про что ты говорил. Хатьфу. Чё-то столько дроп лута здесь. Давайте убьем всех врагов, а? Всего-то 13 как, штук. Как увидишь, убивай, братан. Все твои. Какие-то, блядь, не знаю, прям жопа сгорает. Бегаешь взад-назад, получаешь хорька въебал и лежишь весь файт. Прям вообще прекрасно. Да. Ну это было, да, такое. Причем, ну не куда-то попадает, а въебало прям. Причем я взад-назад бегаю. Здесь, если что, флоу этот, броник лежит. Попробуй взад-вперед. Второй. А не взад-назад. Надо кому? Флоу, второй броник. Не, спасибо, есть. Третий канал. Меня не стреляли. Мы в гадку хотим. То есть сейчас круг сузится и надо куда-то приткнуться. Я хочу еще раз ебало получить и подержать. Давайте мы выиграем, кругу. Пожалуй, по-братски. Давайте выиграем по-братски. По-братски. Давайте сейчас до гадки и от гадки уже осторожно играем. На победку. Думаю, какие догадки, блять, отгадки. Там дошло. Сорян. Серьезно? 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 Ну, дроп на нас упал, так что никак. Да, он далеко, он на 305. Тут же должны сидеть уже какие-то черти. Да, должны.
Братва, еще раз напоминаю, не забывайте участвовать в конкурсе от московского картофеля. Пишите восклицательный знак «Хочу чипсы» в чате. Выйдет ссылка. По ссылке вы переходите на страничку конкурса. Там просто нужно написать три слова. Попробовать угадать вкусы, которые мне больше всего понравятся. Я их как раз к концу месяца все перепробую. Напишу свой топ-3. Пошел нахуй. Снимайтесь, а ну. Это же пусто? А ну-ка, давай-ка гулять, выходи. Нет, скажите Дед Мороз. Мне, почему у меня 200 его, часов в этой конченной игре, так. И меня кидает смокотау? Потому что ты крут, брат, ты просто скилловый. Скажи, пожалуйста, а у тебя напарники были? Ну, были. А это друзья твои или просто левые? Не-не-не, он один остался. Все, понял. Хорошо, спасибо. Дом, ребят, на 280, да, все видят. А те, кто будет на ютубе смотреть катку, у тех ссылка нокнул одного. На конкурс будет в описании. Поэтому участвуйте, ребят. Заходите, пишите комменты и... Ушли резаться. Ребят, за дом. Приз — это огромный запас чипсов. Огромный запас чипсов. Ну, на метке двое только есть. У нас в гадке кто-то есть? Не-не, я про другого. Вообще, я бы перешел бы на тот... Да, вот странно, пойду с тобой. Я просто упал с крыши, как бы. У меня лень забираться. Я просто, если он пойдет один, его убьют. Я вот это понимаю. Не с вами идти или что? Нет, я думаю, там ты и останешься. Окна. Капец, я... кровищу выбил, только голова торчала, но он не нокнулся. Любимая моя ситуация. А что, где, куда стрелять-то? В дом голубой. Я к вам иду. Бля, как сейчас забраться-то наверх? Можно же как-то было. Что-то я там немножко по Мухаммеду попал. Их там трое минимум. Чего? У меня, ребят, в доме соседнем, откуда мы шли. Второй этаж. Соседний дом. Голубой или оранжевый? Ближний. На втором? Да, был на втором. Все. Слушайте, неплохо. Ник знакомый, да. Да, не первый раз я его вижу уже. Нам надо, ребят, нам надо прямо сейчас как-то отходить. Это дымы к тому месту, где мы воевали. Странно. Потому что нам просто не дадут потом отойти. Нам прямо сейчас бежать. У меня два дыма. Нам тачку надо брать, я думаю. А есть тачка? Нету особо там ничего. Горела была, я не помню. Да. Просто максимально убогое место вообще. Там чувак стоит на 230. Бля. Мы что делаем? По мне работать начали. Я готов. Теперь мы спалились. Не, нормально. Пойдем, проходим. Там челики бегут. Дал, кажется, по одному. Больно. Нам надо этих запушить. Пойдемте, если мы сзади не забираем, мы не выигрываем. Машина сзади. Похуй, весь беги. Вообще прям на все похуй. Так, первое здание наше. Полетела хаешка. Не грета. Стоит прям в центре. Один ног. Поднимите. Ну. Где-то. А, да. Все, я окей.
просто гандон, блять. Ребят, тут дым, как будто кто-то уже подошел к нам. Прямо у дома. Они должны быть на 300 где-то, ребят. Оттуда писать. Отсоси у тракториста. Извините. На метке на дереве был дым. Может, там лежит кто-то. Либо уже где-то пробежали. Еще в спине были, помните, да, на тачку катались? Угу. Ищите на В где-то ползучих. И в спине у нас. А, там еще дерево, да, какое-то ебаное? Шутка-минутка. Чё-то? Просто... Это я? Какое дерево? А, дым на 150. А, на 140 его вижу. С этим ебальником бежит. Но вы его можете убить. Двое в третьих ебальниках будет. А, подожди, их трое, да, получается? То есть хочешь сказать, с нашей стороны закрыли всех? Не факт. На 115 будет двое в третьих ебальниках. Один в ухе. Да ладно, муха справа. Его нокнуло, зона. Его нокнуло. Зона нокнула. Остался слева. Во. Бля, ну классно. Ей, бой. Ой. Yes! Мы сдохнем за зоной, но не отдадим фраги Макичу. Прям я вот слышу. А все вот это малышка. Все вот это малышка, ребята. Logitech G Pro Wireless. Logitech G Pro Wireless. Вот это вот самурайская катана. Ссылку на нее даю в описании. Как же она сейвила всех? Как же она всех сейвила? Я ей немного помогал, но как же она всех сейвила? Черт побери. Ну и катка в целом хорошая. Прям такая добротная. Ау! В конце, конечно, что-то я киллов не добрал. Я должен был еще килла 2 добирать, но... Такие дела. Ау!